glass to bottle you. You define everything wrong with this place. Oh, Lord! Help! If a drink's put down for 10 seconds, it's free game, bud. Holy shit!
Okay, Sugar, hit me. There's a reason why we invented the combustion engine. Stop shooting up my house! For you. You can't go anywhere now. Get that fool!
all be fun. Если ты не сделаешь... Ну тогда поздравляю! Вот ваш... $100? Неужели мне реально везет? Да нет, бред это все. Привет, брат, а что ты тут делаешь? Я, деньги выиграл. Нифига себе, $100 выиграл? Да. А где ты их мог выиграть? В магазине, когда шел за чипсами. О, ну тогда поздравляю, везет тебе. А я думала, что везет только дуракам. Ну хватит прикалываться. И вообще, удачи не существует. Ты что, не веришь в удачу? Нет. Короче, я пришла тебе сказать, что мне срочно нужно уходить. Поэтому домоешь полы. Швабра в ведре, а ведро в коридоре. Все, я ушла. Буду через 2 часа. Ну пипец, только хотел поиграть в КС, а должен мыть полы. А это еще кто? Снова сестра что-то забыла? Что? Ой. Здравствуйте, я почтальон. Это вы, Паша Ляв? Да. Что-то случилось? Можно войти? Заходите. Я почтальон почты «Донеси-ка, принеси-ка». Вы заполняли анкету у нас на сайте пару месяцев назад для розыгрыша новенькой игры. Верно? Да. Вы любите играть? Очень люблю. А что, если я вам скажу, что вы стали победителем и выиграли новенький диск с игрой? Вы будете в нее играть? Да. Ну тогда поздравляю. Вот ваша игра. Сегодня вам повезло. Ура! Я взял диск, попрощался с курьером и пошел в комнату. Походу реально мне везет. Нужно позвонить своему другу Ростику и все ему рассказать. Алло. Приветики, пистолетики. Ростик, слушай, мне нужно срочно с тобой встретиться и кое-что тебе рассказать. А что за срочность такая? Нет времени объяснять. Я сейчас приду к тебе. Привет, заходи давай. Мы зашли к Ростику, пошли в комнату, сели на диван, и Ростик сказал: Паш, перед тем, как ты скажешь, что ты хотел, я должен тебе передать вот это. Что это? Это Марина из 7 класса попросила передать тебе лично в руки. Мне? Марина? Да, она дала мне эту игрушку и попросила передать ее тебе. Еще просила сказать, что ты ей очень нравишься. Что она хочет пойти погулять с тобой после школы. Повезло тебе, конечно. Ну ты что ты хотел рассказать? Офигеть! Ростик, я как раз об этом и хотел рассказать. Короче, я сегодня шел в магазин из школы, и ко мне обратилась какая-то девушка, а потом сказала: тебе сегодня повезло! У нас сегодня открытие нового магазина! И ты являешься 1000-м посетителем, поэтому получаешь приз $100! И что было дальше? Потом я убирал в квартире, и ко мне пришел почтальон. Ну тогда поздравляю, вот ваша игра, сегодня вам повезло! И дал мне ее. Обалдеть! Да, я сам в шоке, особенно когда ты про Марину рассказал. Паша, может это звучит странно, но походу в тебя вселился дух удачи. Какой еще дух удачи? В общем, ходит легенда, что жили раньше 7 богов удачи. И люди поклонялись им 1000 лет.
то потом люди решили, что они врут и не приносят никакой удачи, и сожгли их всех на костре. Но одному богу по имени Дайкоку удалось выжить, и он стал вселяться в людей, которые не верят в удачу, чтобы доказать, что удача существует. Да это неправда, Ростик, удачи не существует. Ну давай проверим, удача сейчас с тобой или нет. Мы стали играть с Ростиком в дурака в карты, потом играли в УЕФА. УЕФА? Ну блин. Потом я отгадывал, в какой руке спрятана конфета. И через 40 минут проверок Ростик серьезно посмотрел на меня и сказал: Паша, походу реально в тебе есть дух удачи. Ты меня 5 раз выиграл в дурака и 10 раз в УЕФА. И ни разу не ошибся, в какой руке конфета. Вот, предлагаю пойти поиграть в лотерею счастья и выиграть 1000 баксов. А что это за лотерея счастья? Сейчас сам все увидишь. 100 долларов, которые ты выиграл, у тебя с собой? Да. Отлично, тогда идем собираться. Мы с Ростиком оделись, вышли на улицу и пошли в лотерею счастья. Мы шли 10 минут, 20 минут, 30 минут. Так, мы пришли, это здесь. Ростик, да удачи не существует. Идем лучше домой. Нет, раз мы сюда пришли, то мы идем вовнутрь. Хорошо, пойдем. Давай, заходи быстрее. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Вы пришли в минуты счастья испытать свою удачу? Да, пришли выиграть 1000 баксов. А вы знаете, что участие в лотерее стоит 100 долларов? Да, у нас есть 100 долларов. Я смотрю, вы конкретно верите, что вам повезет, а вам уже исполнилось 13 лет? Да. Ну что ж, вам повезло. Дорогие юноши, присаживайтесь за стол. Я сел за стол. Мужчина достал что-то из пакета, посмотрел на нас и сказал: Итак, правила нашей игры очень простые. Вот 3 стакана. Под один из них я положу вот эту конфету и перемешаю. Твоя задача угадать, где будет она спрятана. И на это у тебя будет 5 попыток. Ты меня понял? Ага. Отлично, тогда начнем. Ну что? Вот этот. Блин, я же говорил, идем домой. Так, играем дальше. Попытка номер 2. Вот этот. Вот же ж невезение. Ростик, ну я же говорил, что нет никакой удачи. Фигня это все. Только 100 баксов сейчас проиграем и все. Да подожди ты, еще 3 попытки. Так, не ссорьтесь, попытка номер 3. Вот тут. Ну блин. Я чую запах 100 долларов. Итак, попытка номер 4. Тут. Ой, парень, у тебя осталась последняя 5-я попытка. Если ты отгадаешь, то получишь 1000 баксов. А если нет, то проиграешь 100. Итак, у тебя осталась последняя попытка. Смотри, я начинаю. Поцелуй меня, удача. Счастье крепче обними. И на мир смотреть красиво. 100 баксов научи. Тут. Восемьсот, 900, 1000. Вот ваша 1000 баксов. И проваливайте отсюда быстро, чтобы я вас больше здесь никогда не видел. Отлично, целая 1000 баксов. Поздравляю тебя. Паша, а ты чё, не рады? Ростик, знаешь, а я ведь не верил в удачу никогда. И в то, что мне может повезти. И мне очень приятно, что у меня есть такой друг, как ты, что верит в меня. Поэтому я дарю эти деньги тебе. Вот, держи. Мне? Да, тебе. Теперь и тебе повезло. Хе-хе. Короче говоря, мне везет. И ты оказался 1000-м посетителем.
Странно, здесь же был. Сынок, а ну иди сюда, спрятаться он вздумал. Короче говоря, я стал призраком. А ты хотел бы хоть на один день получить способности настоящего супергероя? Если да, то поставь лайк и подпишись на канал. И тогда есть огромный шанс, что все исполнится. Это был вторник, 25 августа. Я медленно шел по парку и грустил. До учебы осталось всего 6 дней, меньше недели. Лето пролетело, как один день. Я даже и не помню, что было за эти последние 3 месяца. Хотя я играл в комп целыми днями. Установил Brawl Stars и набил 3000 кубков. Жил целую неделю один без мамы. Правда, чуть квартиры не лишился. Стал экстрасенсом, привел маму в гипноз. Познакомился с сестрой и даже стал невидимкой. Да, все-таки офигенное лето вышло. Жаль, что оно заканчивается. Больше всего, конечно, мне запомнился день, когда я стал невидимым. Эх, жаль, это нельзя повторить. Тогда суперспособность мне дал Дед Мак, а я его уже больше месяца не видел. Размышляя об этом, недалеко я увидел гопника. Он сидел на лавке и был какой-то странный. Я подошел ближе. Привет, Сява, а ты чего такой грустный? Случилось что? Никогда тебя таким не видел. Не, малыш, все нормально. Просто это, в школу идти неохота. Ого, а ты что, еще учишься? Ты же взрослый. Ага, это Марь Петровна, скажи. Она меня 6 раз шлетом в 9 классе на 2 год оставила. Зверь, а не класснул. Да, знаю ее. Воевали еще. Она у нас математика учила. Вечно по ней двойки получали. Мы попрощались с гопником. Я дальше пошел в сторону дома. Я и подумать не мог, что Сава еще в школе учится. 6 раз на 2 год. Это каким надо быть тупым, чтобы столько раз остаться? Вдруг я почувствовал руку на своем плече. Я обернулся. Передо мной стоял твой гоп. Да, малой, извини, но смеяться надо мной я никому не позволю. Я открыл глаза, осмотрелся. Я лежал в парке на обочине дороги. Ай, как болит голова! Ничего себе, Сява мне вмазал! Вот дурак! Зачем я смеялся над ним только? Да еще и вслух! Я потихоньку поднялся на ноги. Медленно пошел вперед. Интересно, сколько я здесь пролежал? Я осмотрелся по сторонам. Еще не вечер, значит не очень долго. Хотя, а может уже следующий день наступил? О, а чего париться? Телефон же есть. Я начал искать по карманам свой айфон. Странно, я же с ним был, не мог дома оставить. А если он не в квартире и был со мной всегда, а сейчас нет, значит его стащил гопник. Вот гад, ладно бы просто ударил, но телефон-то зачем брать? Ну все, пойду домой сначала, а там уже буду думать, что дальше делать. Главное, чтобы мама не спалила, что я подрался. Сынок, а что это у тебя под глазом набухает? Ты что, подрался? Пипец, так и знал, что спалит. Что бы такое ответить? Мам, ты чего? Я просто об тренажер ударился в парке. Ага, прям глазом ударился. Может быть, хватит из матери дуру-то делать? Ну-ка рассказывай, с кем ты подрался. Ну все, теперь точно не отверчусь. Только я хотел все рассказать маме, как в дверь позвонили. Мама пошла открывать. Я тут же воспользовался моментом и убежал к себе в комнату. Фух, спас меня звонок. Надо срочно чего-то придумать. Мама не любит драки. Если все узнает, больше из дома меня точно не выпустит. А может и комп отберет. Опа, а это кто там пришел? Какой-то мужик в форме. Он что, из полиции? Пипец, походу кто-то увидел, как я на улице валялся и вызвал сотрудников. Эх, сейчас бы все отдал, чтобы стать невидимкой. И почему, когда надо, Деда Мага нет никогда? Ну почему же нет, сынок? Тут я сижу. О, дедушка, 100 лет вас не видел. Выручайте. Ну хорошо, сынок. Будь по-твоему. На, держи. Дед Мак протянул мне какой-то розовый браслет. Дедушка, ну как мне поможет этот браслет? У меня от зала такой же почти. Это не простой браслет, сынок. Каждый раз, когда ты его надеваешь на руку, ты будешь становиться невидимым. Ого, круто. Надеюсь, дед не прикалывается надо мной. Мама, сюда идут, похоже. Я надел браслет. Мама с сотрудником зашли в комнату. Странно, здесь же был. Сынок, а ну иди сюда. Прятаться он вздумал. Хорошо, помню. Они стоят и работают, меня и не видят. Работает браслет. Я стал ходить за полицейским по квартире и прикалываться. Я танцевал, махал перед ним руками. Даже хотел дернуть его за фуражку, но передумал. Это уже перебор. Вскоре мама проводила сотрудника, открыла дверь. Я снял браслет и вышел в коридор. Сынок, ты где там прятался? Мам, места знать надо. Все, я гуляю. Пока мама не успела опомниться, я быстро обулся, вышел в подъезд. Thank you.
Мама выбежала за мной и попыталась спросить, по поводу драки с гопником. Но я решил не сдавать Сяву. Вообще, он мало неплохой. Это я сам начал прикалываться. Сам с ним разберусь потом. А сейчас у меня есть гораздо более крутое занятие. Пойди проверять свой браслетик. О, ну начнем с моих грязных друзей. Как раз они на своей первой квартире сидят. Я подошел к мусорному баку. О, дядь Бомж, здорово! А вы чего это? На второй этаж своего особняка же переехали? Слышь, малой, ты много так не говори! Я мужик авторитетный и нервный! Да, Игорь у нас авторитетный, ему виднее на каком этаже сидеть! Да я знаю, тетя Зин, на помойке все авторитетные! Игорек, мне кажется, у этого пацана много лишних зубов! Слезай, исправь ситуацию! С удовольствием, Зин! Это я легко! А ну-ка иди сюда, урод! Иди сюда! Я стал убегать от бомжа. Немного отбегу, чтобы Зинка не видела, и надену браслет. Бомж будет в шоке, а Зинка ему не поверит. It's going to a good home. Все, пора. Я надел браслет. Ты где? Ты куда пропал? Все, совсем допился. Или сила нечистая? Бомж вернулся к Зинке. Ну, сейчас она ему устроит. Зин, прикинь, я только что бегу за пацаном, и он прям исчезает, прям растворяется в воздухе. А я тебе говорил, не пей с утра, ты меня все не слушаешь. Ты он правда пропал. Мозг у тебя пропал, если бухать не перестанешь, уйду к Петру. Чего? А ну-ка иди сюда, сейчас уйду к Петру. Сработал мой план, как же круто быть невидимым. Так, теперь надо вернуть должок гопнику и заодно забрать свой телефон. Интересно, где он сейчас? Последний раз Сяву я видел в парке, там его и поищу. Через 15 минут я уже был в парке. Так, нужно все здесь получше проверить. Надо вернуть свой телефон и наказать гопника, чтобы слабых не обижал. Я ходил по парку 2 минуты, 5 минут, 10 минут. О, вот он сидит, родненький, потренироваться захотел. Ну, сейчас я ему потренируюсь. Я подошел почти в упор к Сяве. Сильный какой. Дерну его за цепочку, посмотрю на реакцию. Что такое? Что за фигня? Не, Сява, не показалось. Я еще раз дернул его за цепочку. Что такое? Сейчас наваляю. Наваляет он. Вот умора. А ну вали-ка ты отсюда, гопник недоделанный. А это тебе для скорости. Правильно, иди отсюда. О, и телефончик мой оставил. Наконец-то вернул его. Я забрал телефон, пошел в обратную сторону. Все-таки офигенно быть невидимкой. Шикарный браслет. Одеваю его, и я невидимый. Снимаю, и я снова обычный человек. Ой, лучше не буду так делать, а то напугаю кого-нибудь еще. Я шел вдоль улицы и думал, что бы еще такое интересное сделать. Ведь по-любому сила браслета не бесконечная. Потом либо работать перестанет, либо Дед Макс заберет. Поэтому надо пользоваться, пока есть возможность. Думая об этом, я увидел знакомую машину. Она стояла совсем недалеко от меня. Я подошел ближе. Из машины вышел Денис. О, здрасте, дядя Денис. Отдайте мне свою машину покататься. Привет, малой. Какой у тебя машина? Тебе же 18 еще нет. Да ладно вам, это ерунда. Да и вообще я вожу неплохо. Нет, малой, будет 18, права получишь, тогда и поговорим. Ничего, все равно покатаюсь. Я надел браслет, потихоньку залез в открытую дверь. Ключи здесь не нужны, заводится она с кнопки. Я быстро захлопнул дверь, заблокировал замок. Дядя Денис подбежал к машине и стал дергать за ручку. Он был в шоке. Что такое? Что с машиной? Кто дверь закрыл? Все, мне пора ехать, дядя Денис. Некогда мне тут с вами стоять. Я завел машину. Поехал вдоль дороги. Конечно, нехорошо так поступать с Денисом. Он хороший мужик, но я же ничего не сделаю с его машиной. Просто покатаюсь и верну. Я ездил на джипе 5 минут. 10 минут. 15 минут. Вот, здесь остановлюсь. Погуляю призраком по улице. Может, даже в магазин такой зайду. Я вышел из машины. Пошел вдоль дороги. Во, в этот бизнес-центр зайду. Пройдусь по магазинам. Хе-хе. Я поднялся по ступенькам. Зашел в холл. Мобил-маркет. Чего тут у нас? Ага, телефоны продаются. Эй, дядь, подвинься, дай пройти. Так, может этот взять? Или этот? Ой, я и забыл, что предметы, которые я беру в руки, двигаются. Пойду-ка я отсюда, пока он в обморок не упал. Надо все-таки поаккуратнее быть со своими способностями. Плохо людям делать я не хочу. Я хороший призрак, не злой. Так, а что здесь такое? Ступеньки какие высокие. Интересно, что там дальше? О, дверь какая-то. Я зашел внутрь.
Привет, братан, я пройду дальше. Спасибо, что разрешил. О, а здесь, походу, мастерская. Так много всего интересного. Люди какие-то работают. Ну ладно, пойду обратно в машину. Стоп, мама, а ты здесь что делаешь? Сынок, вставай! Вставай, сынок, вставай! Что со мной было? Я что, не призрак? Какой ты призрак? Чего ты здесь валяешься на обочине? Я кое-как поднялся на ноги. Офигеть, мне все это привиделось. Да уж, в таком попадалове я давно не был. Хотя нет, был однажды. Это было где-то полтора года назад. Я грустный шел из школы домой. Да уж, две двойки по одному предмету за день я давно не получал. Наверное, даже никогда. Да еще по математике. Ну и как их исправлять? Хорошо, хоть мама у меня добрая. Все поймет и ругаться не будет. У тебя мозгов только на игры хватает. Совсем тупой стал, в армию пойдешь. Мам, да в какую армию? Я все исправлю и поступлю в институт. С твоими двойками тебя даже в шарагу не возьму. Ничего, в армию сходишь, потом придешь и улицы выметать будешь. Ой, ладно, нормально все будет. Поступлю в институт и отсрочку получу. Да и вообще, ничего страшного в армии нет. Вон Федька соседнего подъезда. Отслужил и ничего. Доволен. Правда, заикается теперь. Но это не от этого, наверное. Вкусный какой. Хотя чего-то часто я его пить начал. Но шоколадка это самое то. Хе-хе. Так, мама на работе уже. Чем бы заняться? О, Мишка. Опять своим универом хвастаться будет. Алло. Привет. Ну ты как там? В армию не забрали еще? Ой, да ладно тебе, Миш. У меня все схвачено. Сейчас в годик дома посижу, а потом сразу в универ. Конечно, в универ. На БТРе. Да пошел ты. Подумаешь, экзамены не сдал. На следующий год повезет. Зато все игры прошел. А в армию всех не обязательно сразу забирают, наверное. Блин, да чего вас там всех прорвало, что ли? Со всех сторон звонят. Я подошел к двери. Кто там? Добрый день. Big man! We had a deal! We had paperwork! Hey! Fuck off, Johnny! Hey, you're a couple real badasses! Put a beat down on an old man! Yeah, we don't take that! We have a deal with them! Just about. Please. Get those millennial ass wipes. A pleasure. The fuck what? Turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway.
those are selling like hotcakes. I paid this guy to drive us. Get in the back. Hello? Yo, what's up? Vinewood Boulevard, the Oriental Theater. Open that champagne, Jimbo. Woohoo! Me and the big... Pop, you know, I'm really proud of you, even though you did make a pretty shitty movie. Well, thank you, Jim. Where are the girls? They're at home. You know, they'll express their pride by showing up really late. Of course they will. Thanks, Antonio. Give me nice and tight. Hey, it's Laszlo on the red carpet of Meltdown. Some big stars, some beautiful dresses. What's happening? Where's Mom? The girls are in danger. We gotta get to the house. What happened? I don't know. This rich asshole is pissed off at me because I didn't shit-can the movie. And then his lawyer died, and he just told me he's gonna hurt your mom. You killed his lawyer? And now he's gonna kill Mom and Tracy? The fuck are you doing? Got you, dick.
It's gonna be all right. No, it's not. What was that? Someone there? I'm gonna start shooting. Fuck. Yeah, you like that, don't you, huh? Take it off. Get the fuck off me. I thought I was on that guy. Oh. So you sit on his face? It's called teabagging. I really fucked him up good, though, huh? All right, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Главное потихоньку открыть дверь, чтобы мама не запалила. Ой, кажется, заметила. Пока не поздно. Поздно? Или женщина, Катя не бросит? Я просто предложила. А ну быстрее открывайте. Все, я так больше не могу, я сдаюсь. Ну что ж ты, малой, мать доводишь до нервного срыва. Я больше не буду, простите. Ладно. И мама... Короче говоря, я смешной. А если ты тоже любишь хорошо пошутить и посмеяться, то поставь лайк. Но сделать это нужно большим пальцем правой ноги. Сможешь? Это мало кому под силу. Это был вторник. Извините! Свет, слушай, я тебе перезвоню. Ты чё, пацан, чё хотел? Больной, что ли? Ой, кажется, я сейчас получу по голове. Нужно срочно выкручиваться. Да я это, как бы, ваш штрок развязался. Мужик на секунду посмотрел на свою обувь. Я тут же бросился убегать. Через минуту я был уже почти на другом конце парка. Все-таки быстро я бегаю. Два раза его развел, даже на штурки повелся. Все, теперь каждый день буду тренироваться и стану популярным пранкером. Но моя радость длилась недолго. Сзади я услышал очень знакомый голос. Ты что здесь делаешь, пранкер? Почему не на учебе? Офигеть, мама, ты тут откуда? Так, нужно собраться с мыслями. Настоящий пранкер всегда готов. Мам, ну ты что, не видишь? Я в парке гуляю. Где же еще школу прогуливать? Чего? Ты что, школу прогуливаешь?
гулял. Ой, да ладно тебе, мам. Ты же знаешь, я прикалываться люблю. Нас с последних двух математик отпустили. Кто-то принес настоящего ежа и училке на стол положил, прикинь. Ничего себе! И кто это у вас там такой ненормальный? Мишка, что ли? Да, конечно, он. Мария Петровна, когда села на стул, так орала, чуть все зубы вставные не вылетели. Меня теперь весь класс уважает. Тебя? Ой, все, мам, мне домой надо, уроки делать. Ага, стой, нашла дурака. У меня здоровье не резиновое. Домой прибегу, сразу убираться начну. Мама придет, увидит, что все чисто, и сразу подобреет. Я быстро добежал до дома. Поднялся по лестнице, зашел в квартиру. Лайки, давай помогай. У нас примерно 20 минут, чтобы здесь все стало чисто. Начинаю операцию освобождения моей попы от ремня. Хе-хе. Я протер пыль в своей комнате, красиво развесил одежду. Так, ты за старшего охраняешь мои худи. Надо еще в зале убраться. Как раз должен успеть до мамы. Лучше эту комнату закрыть и замок на дверь повесить. Там, походу, лет 100 не убирали. Не успел я взять в руки швабру и начать мыть коридор, как открылась входная дверь. Сынок, ты ничего мне сказать не хочешь? Мам, ну не отвлекай. Мне еще полы домыть надо и пыль везде протереть. А еще мусор вынести в зале разобраться. Да уж, по-моему, за один розыгрыш над училкой это слишком большое наказание. Но все же это лучше, чем знакомство с маминым ремнем. Я зашел в зал. Эх, тут уборки на полдня. А, просто бутылки в шкаф напихаю и сойдет. Мама все равно сюда уже год не залезала. Вот, самое то. Осталось мусор выкинуть, и я свободен. Мам, я на помойку. Давай, пранкер, бомжей там разыграй. Очень смешно, сама их разыгрывай. Хотя, а почему бы и нет? Бомжи тоже люди, и их нужно пранковать. Спасибо за идею, мама. Хе-хе. Я подбежал к мусорным бакам. Рядом, как обычно, сидели Игорек и Зинка. Ребят, а вы чего сидите-то? Вы что, не слышали? А что нам, плясать, что ли? Мы с Игорем устали, хотим отдохнуть после работы. Да какой отдохнуть? К нам на планету летит огромный астероид. Вам нужно срочно найти укрытие. Он скоро уже будет здесь. Ну вот, Игорек, пацан тоже начал бухать. Все твое окружение спивается. Ну ты что, Зин, я же уже давно это не употребляю. Второй день пошел. А ты, ну-ка, вали отсюда. Меня Зинаид опять завел. Быстро ушел, зачем ты портись, не видел? Эх, не прокатило. Бомжи не впечатлительные оказались. Ну ничего, еще для них какой-нибудь другой развод придумаем. Я вернулся домой, разулся. Мама спит. Устала, походу, на работе. Надо ее немножко развеселить, хе-хе. Я взял тюбик зубной пасты, открыл. Главное все делать тихо и аккуратно, чтобы не разбудить. Немного на лоб намажем, немного на ручку. Готово. Мама проснется, будет прикол. Хе-хе, крутой пранк. Блин, а как я все это увижу? О, точно, есть у меня одна мысль. Я пошел в свою комнату, достал экшн-камеру, включил. Поставлю на стол прямо напротив мамы. Когда она проснется, камера запишет ее реакцию. И потом вместе посмеемся. А если что, меня вообще здесь не было. Я на улице был. Еще пару веселых игрушек захвачу. Пранкану кого-нибудь на улице. Я обулся, аккуратно вышел в подъезд. Тихонько закрыл дверь. Надо найти новую жертву для розыгрыша. Как ни странно, на всех мои пранки работают, кроме бомжей. Им вообще все пофигу. Думая об этом, я проходил мимо мусорных баков. Кстати, где они? Только недавно же здесь сидели. Ушли что ли куда? Я обошел помойку с другой стороны. Ха-ха, а вот же они, в доме прячутся. Малый, пойди сюда. Я подошел ближе. Малый, слушай, а наша крыша выдержит метеоритный дождь? Дом вроде крепкий. Ну, он, конечно, из картона, но по идее должен. А что же вы, товарищи бомжи, то не верили мне, а теперь прячетесь. Да ладно тебе, я сразу понял, что что-то не так. Небо какое-то другое стало. И Зинка вот тоже чувствует. Игорек, я еще молодая и красивая, мне нельзя умирать. Ладно, ребят, мне тоже в укрытие пора, а то скоро уже начнется, а я без крыши над головой. Давай, надеюсь, после конца света свидимся. Я стал отходить подальше от бомжей. Свой смех сдерживать я был уже не в силах. Ну я их развел, ну и лошары. Главное, вначале типа не повелись, а теперь сидят голубчики в коробке в обнимку. Я реально стал крутым пранкером. Все мои розыгрыши заходят. Интересно, а как там мама? Ну я тебе покажу пранкер! Надо переодеться после этой пасты.
Я неторопливо шел домой. Меня терзали противоречивые чувства. С одной стороны, мне очень хочется посмотреть по камере, как мама вляпалась в пасту. По-любому визжала, наверное. А с другой стороны, страшно. Вдруг мама шуток не понимает. Думая об этом, я заметил идущего недалеко гопника. Ну, как говорил великий Эдвард Билл, лучшее средство не думать о пранке, сделать другой пранк. Хе-хе. О, привет, Сява. Ну ты как? О чем-нибудь? Вот хожу по райончик патрулирую. Думаю, может, какая-нибудь стрельнуть. О, кстати, а ты есть что-нибудь похавать? О, Сява, как раз для тебя. Вот крутое яблочко, свежее, красное. О, давай, как раз сейчас похаваю. Нет, стой, Сява, пока не хавай. Держи еще минералочки крутой. О, вот это тема. Ну, я сегодня в наваре. Короче, бро, давай, будут проблемы, решай. Все продал, чтобы увидеть, как он яблоко пластмассовое будет есть и минерал полининовый пить. Через 5 минут я уже заходил домой. На пороге меня сразу встретила мама. Лицо ее было злое, руки спрятаны за спиной. Она сказала: «Сынок!» «Стой, мам, можешь не продолжать, мне пора». Я тут же бросился убегать вниз по лестнице. За мной с ремнем бежала мама. Ну а чего ждать-то? Все равно хана. А так убегу, и мама остынет, наверное. Ноги, ноги! Несите мою попу! Эй, стой, я! Скажу! Отдай! А вот ты, мне как попался! А ну иди сюда! Да сколько же вас здесь? Да немного, пацан! Пришли спасибо тебе сказать! За яблочко и минералочку! Ой, мама, спасибо! Ты меня спасла от всех этих людей! А ты больше не сердишься? Да нет, сынок, ты уже свое получил! Пойду что-нибудь вкусненькое приготовлю! Мама вышла из комнаты. Все-таки как же мне повезло с ней! У меня самая добрая и незлопамятная мама! Эй! Кто эту кожуру здесь оставил? И чего так лицо чешется? Ах ты, мама! Фух, вроде оторвались. В общем, малой, за тобой были отправлены специальные войска. Войска? Какие войска? Зачем? Ты даже представить себе не можешь, что они хотят с тобой сделать. Капитан антивируса был направлен высшими органами, чтобы поймать и доставить тебя к ним в лабораторию. Опытов? Каких еще опытов? Я же обычный пацан. Нет, не обычный. А что со мной не так? Ну подумаешь, там кровь особая, зрение хорошее и руки большие. Скажите, что мне теперь делать? Как спастись? Сначала успокойся и не паникуй. Я сам возьму с тебя пробу и передам властям. Если все получится, ты спасешь миллионы жизней. Давай руку. Я дал руку дяде. Отвернулся. Ай-ай! Не подглядывай, симулянт. Я снова отвернулся. По ощущениям было щекотно и совсем даже не больно. Как будто комарик на пути. Хотя это и понятно. Я же теперь герой. Планету спасаю. Аппарат абонента выключен или находится в мире зоны действия. Да что у тебя с телефоном-то? Ай! Молодец, вытерпи. В общем, беги сейчас домой и будь с мамой, а я в больнице. Нужно антидот делать. Хорошо, спасибо вам за все. Я вышел из машины, пошел в сторону дома. Пипец, я вижу, сейчас вся надежда только на этот добрый знакомый. Надеюсь, у него все получится. Так уже надоело на всех скрываться. Куда бежишь? Может, остановишься? Поможешь незнакомого человека? Здравствуй, дядя Боб. А что случилось? Ну, раз ничего, тогда я побежал. Нечего меня по тягам отвлекать. Сидит тут, кайфует, ест что хочет, живет где хочет. Никто его не ищет. Это мне помощь нужна, а не тебе. На меня то мама наорет, то органы какие-то ищут. Надоело, все, надоело. Вообще больше никуда не пойду. Здесь сидеть буду. Света, малой, не плачь. На вот, возьми помидорчик. Нет, спасибо, дядь Боб, я не хочу кушать. Да и помидоры у тебя какие-то неживые. Ладно, иди мне пора. Мама, наверное, дома ждет, волнуется.
Алло. Алло. Да, вы меня слышите? Все, теперь слышу. Скажите, Денис уже дома? Нет, а он разве не с вами? Уже нет. В общем, как придет, никуда его не выпускайте. Это очень важно. Все еще серьезнее, чем мы думали. Что? Что случилось? Запомните главное. Не выпускайте сына из дома. Блин, Денис, опять ты куда-то вляпался. Домой придешь, ремня получишь. И интернет отключу. Кому звонили? Кому звонила? Я звонила, я никому не звонила. Можно ваш телефон? Телефон? У меня нет телефона, я его дома забыла. А в руках у вас что? А, вы про этот? Так это не мой, это моей подруги. Ей по поводу доставки звонили. Масок себе заказала, много масок. Куда вы все время смотрите? Да никуда, я с вами разговариваю. На чем мы остановились? Дамочка, я хочу, чтобы вы просто знали, в случае вранья сотруднику вы будете арестованы и заключены под стражу. Я поняла. Если я что-то узнаю, я сразу сообщу. Дурдом. Тьфу ты. Пипец, мама там с полицейским разговаривает. Хорошо, хоть отвлекла его, а то бы точно поймал. Все, буду сидеть дома. Хватит с меня этих приключений. И так в лесу замерз. Ну как вы тут, мои муравьишки? Целый день вас не видел. Я тут волнуюсь, прикрываю тебя от полиции, а ты муравьев рассматриваешь. Мам, да я тоже есть на нервах. Вон руки как трясутся. А за муравьиной фермы наблюдаю, вроде успокаиваюсь. Давай, марш на кухню, есть будешь, заодно и поговорим. Подумаешь, посмотрел полчасика. Нравятся они мне. С ними и дома веселее сидеть. Я пришел на кухню. Так, чего тут у нас покушать? Чай с лимоном пей, промерз весь в лесу. В лесу? Откуда ты знаешь? Хотя, я, кажется, и сам догадываюсь. Да, дед звонил, рассказал про ваши похождения и правильно сделал. Вот дед, все растрепал, а еще разведчик. Ну что будем делать? Так и будешь скрываться. Не, мам, у меня все схвачено. Мне один добрый человек поможет. Он решит вопрос с полицией, наверное. Да уж, сидеть дома мне теперь долго, походу. Хорошо, запасов много накупил. Главное, конечно, побольше воды и туалетной бумаги. Пипец, это там кто еще идет? Неужели полиция? Достали ходить, только были же. Мам, посмотри, кто там. Малый какой-то, успокоился, стоит. Отойди, я походу знаю, кто это. Ты что, приперся? Заражать меня опять? А ну пошел отсюда. Тихо ты, малой, я не заражен. Это тест плохой был. Повторный сдал, оказался здоров. Да? А кашлял чего тогда? Да так, простыл. У соседа колеса отворачивал, а земля холодная. Понятно. А ты что это? Чихаешь-то? А, да не, ничего, Валер, я заражен просто. Будешь знать, как у соседа колеса отворачивать. Денис, прием, слышишь меня? Пипец, откуда звук? Блин, опять забыл про наушник в ухе. Да, слышу. Хорошие новости. Скорее всего, из твоего биоматериала получится сделать вакцину от вируса. Власти в курсе. Полиция тебя больше не тронет. Ух ты, самая лучшая новость за последнее время. Наконец-то, а то уже так бегать надоело. Валера, что ли, вернулся? Да иду я, иду. Нетерпеливые какие. Кто там? Откройте, полиция. Ну а пока полицейский смотрит на меня через дверь, у вас есть время поставить лайк и подписаться на канал. Ведь наши ролики уже больше года выходят регулярно, каждые 3 дня. Пока!
looking for an ass bumping. Let's go! You're surrounded. Fuck. Now! Don't you move another muscle.